Итак, первый опознавательный признак орфограммы – это безударные гласные в слове. Перенихер! Перенихер! Кто говорит? It's my life! Сходные между собой. Значок похож на собаку, свернувшийся к уху. It's my life! Запахнут по куче 10 цветов. Глухоморному току конец. Комаров в слуху живет. Даже в самых глухих северных местах можно увидеть черемуху. Там, где не растут вишни и нет хороших садов. Ребята, лакомятся ягодами черемухи. It's my life! Так, Камчатка, пересели. Ладно. Так, Пюнихин, поменяйся местами с Князевой. It's my life. Драничникова здесь. Зинькович. Здесь. Юнихин. Здесь. Садиков. Здесь. Сосновский. Я тут. It's my life. Дай дневник. А у меня нет. Ну, значит, на лбу напишу. Пишите. It's my life. Таким образом, мы можем определить концентрацию электронов на вашей любимой эбонитовой палочке. А как вы знаете из второго закона Ньютона, сила равняется произведению m на g.